Поехали. Всем привет. Делюсь с вами. Радость вот это для себя. Добился юбилейного 500-го разряда. А было дело так. Играл квест на новую гвинею. Разряд уже 499. Необходимо поймать резерву 882 грамма. Пол воды, кусочки рыбы, креветки. И вот попадается такая красивая рыбка, радужный парень, довольно-таки прибыльная. Видим по очкам на 2000. Ну, вообще, конечно, это база. Хорошая для приобретения опыта. Здесь можно так что приезжать, просто половить, не обязательно турнир какой-то играть, а использовать путевку и набирать очки здесь. Попадается крупняк с хорошими очками опыта. Это еще одна макрелька. Пошел на этот квест, хотя он по виду не такой уж сложный, можно его играть, там может быть даже с повторением, но не обязательно. Главное, что опыт подходил 500. Я вот хотел это дело зафиксировать как. И пошел на квест в Новой Гвинее. Это что-то крупненькое. Утонуло, сейчас посмотрим. Если даже не квест, то так очки можно набрать. Вот, пожалуйста, марлин черный. Крупняк можно было играть максимально вес здесь. А 500 разряд где-то, ну, больше 2 лет точно. То есть не так просто. Вот теперь порадуемся, добились 500-го разряда. Вот такие мои достижения. Некоторые очки, рыба, количество дней там и так далее. Буду продолжать играть квест, а ролик будем заканчивать на этом. Хотел просто поделиться своим достижением. До свидания, до следующего видео.